Настя нашла отличный белый гриб. Классный. Чистый? Вот, вот так он выглядит. Отлично. Вот это вот обрежем. Ну да. Чистый, да? Никого, да? Классно. И в корзинке у нас уже... Покажи крепышак. О, не видно. Не видно? Повыше, повыше покажи. Плохо видно. Смотрите, какие у нас сегодня наичистейшие. Белые, лисичка, дубовики. И у меня уже в корзинке тоже неплохой набор. Белые, всякие разные, чистейшие. Дубовички всякого рода. А бабки. В общем, по мелочи, но сегодня у нас главные трофеи — это белые грибы. Всем привет! Мы сегодня в таком классном месте. Мы очень далеко к нему ехали. Очень долго. И время уже 9:30. Вот представьте, а сегодня мы проснулись в 16:45. То есть значительно далеко мы от дома сегодня уехали. Это Шаумянский перевал. Но конкретное место я не буду вам говорить, называть, конечно, потому что Настя с меня взяла подписку, а не разглашение, на клятву на кровищатой. И место здесь действительно шикарное. Белые, какие хочешь, дубовики, маховики. В общем, все, что сейчас может быть в лесу, все здесь есть в изобилии просто. Место просто. Маршрут тяжелейший, это горки, овраги, безумные подъемы, но грибов здесь действительно очень много, это того стоило, это поездка, так что пойдемте, Настя уже опять что-то нашла, пойдемте смотреть. На такого красавчика меня позвала Настя. Смотрите, какая нога у него, забирай, он такой звонкий, смотри, просто аж хрустит. А вот тут, наверное, кто-то еще будет. Будет маленький, но он совсем присохший, но забирай уже все равно. И он тут не один, здесь еще его братики и сестрички живут. Ой, прям не могу его выкрутить. Класс, хрустит просто классно. О. И если мы его срежем, смотрите, какой он чистейший, он большущий. Просто идеальный. Вообще. Держишь сколько килограмм? Да не килограмм, но грамм 300, думаю, будет точно, прям свежачок. Класс. А этот второй, который нашла Настя, ребята, закачаешься просто. Ой, шикарный. Шикарный, свежий, в плюще так прячется. Ну, обалдеть. Прям... Ай, классные! Слушай, ну, замечательные находки. Выкрутить тебя? Ну, выкручу. Давай. А, мы сейчас сначала сфотографируем. Ай, мой очередной беленький. Он тут не один. Смотрите, какие... Шикарные, чистейшие экземпляры. Класс, пахнут, обалдеть. И тут же рядышком его такой же моложавый сосед, чистый. А я не правда, здесь все чистые. Вот первая волна белых как-то была еще грязная. А эти прям скрипят, посмотрите. Они идеальные. И он здесь тоже еще, опять-таки, не один. Здесь рядышком еще малышок, сосед. Здесь очень тяжело установить камеру. Потому что треножка здесь прям не стоит из-за того, что везде склон. Но это того стоит, конечно, смотрите. Они просто идеально чистые, белые. Ароматные, безумно. С жителями, которые еще... Не успели их сожрать. Да кыш ты, глянь, какой противный. Это мой гриб, я его забрала, отвоевала. И еще один маленький. Настя там нашла, этот прям полопался. Прям полопался, красавчик. Так. Вот они тут классные, моложавые, красивые. Щеточка удобно, конечно, ее собирать. Ой, просто идеальные ребята.
закачаешься, запах какой идет. Чистяк. Обалденные. Ай, кладем вот так беленьким. А вот еще ништячки, смотрите, один. И вот рядом еще второй потемнее. Один. Пока беру этот, смотрю, что еще рядом другие. И уже я прям приметила прям рядышком. Вон он там вот. За веточкой, по-моему, еще одна шляпочка торчит. Так. Так опасно здесь ходить по склону. И грибов здесь и правда очень много. А крепенькие, а чистенькие, ребята. Смотрите, закачаешься. Так, здесь еще троечка беляшиков мне попалось. Смотрите, какая картина. Один красавец. И тут же рядышком малыш второй. Шикарно. Обалденные находки. Супер. В такой листве прячутся. Не заметишь. Ой, как вам этот экземпляр? Дубовик келе. Какая прелесть, боже. Он просто шикарен. Красная бархатная шляпка. Просто король дубовичков. Ну, не считая, конечно, императорского. Проверим его на чистоту. Нет, он червивый. Ну, пожалуйста. Ну, почти. Вот до двух точек дошла. Ножку, считай, все оставили. А вот какой красавец мне попался. Ой. Обалденный. Красавец. К моим белым. Смотрите, тут один. Еще вон рядом под палкой. Ого. Нога, казалось бы, да? Маленький грибочек. А он на самом деле далеко и не маленький. Так, Настя что-то зовет снимать, говорит, это должно быть точно заснято. Сейчас будет шок-контент, Настя. Да? Сейчас будет шок-контент. Все, идем. Идем, бегу. Ну, Настя, ну нашла. Посмотрите, показывай, что нашла. Вот, так, грибочек. Это один. Первый белый. Вот второй. Офигенный. Дальше и смотрим дальше. Вот, малыши. Дубовички. Вот один. Почти не видно. Красные. Сейчас их разгребу. Немножко видно? Да нет, конечно. Вот, ну, раз, видно, два, видно, три. Красненькие. И вот тут вот они, ага. Четыре. А дальше что? Ой-ой-ой. А здесь вот это такие просто вот. Восторг, Настя. Дубовики келе. Вот можно вот я их сфотографирую? Белый это забираю, красный я прям мечтаю сфоткать. Еще один дубовичок. И пойдемте смотреть к Насте. Опять-таки шок-контент. Смотрите, какие размеры. Вот это да. Представляете, какие беляши чистяки. Давай, доставай. Я представляю, какой он чистюлька. Класс. Твердый. Вот это прям даже собирать приятно. Настолько вот они о, качественные. Чистый. Да. Нет, даже чистый, укуса да? ни одного, да. Угу.
Сейчас второй посмотрим. Давай. О, под шляпкой вообще идеал. Вообще, да. О, и здесь прям, смотри. Да, чистюля. Пахнет аж сюда. Да, ой. Я нашла свою полянку белых грибочков. Начнем с большого. Он может быть, конечно, уже покушанный. Размеры, конечно. Нет, чистый. Чистюля. Ой, ароматненький какой вообще, шикарный. Дальше идем. О, второй. Тоже чистые. Они тут все чистые. Практически нет сейчас червивых. Мы прям вовремя. Ой, пахнет, конечно, обалденно. Так, идем дальше. Третий. Третий маленький. Хороший. Так, потеряла четвертый. Где же четвертый? Где-то тут. А, вот, он даже не маленький, он покрупнее. Он прямо красавец. О. Шикарный. Невероятные места, грибные, энергетически сильные, очень далеко от людей, здесь ни людей, ни транспортных сообщений, здесь вообще бездорожье такое конкретное, и грибов поэтому здесь хватает. Пупсик. Ой, еще один какой толстоножковый парень, красавчик. И малыш. Красотуля. А этот помпезно выглядывал из плюща. И был таков. И он был мною обнаружен. Ой, вот это сегодня охота. Ребята, я в таком восторге. Просто класс. Здесь и молоденькие, и взросленькие, и все чистые. Там наверху ходит Настя. Да, природа здесь, конечно. Такой природы вы не найдете ни в каких других лесах, как ближе к побережью нашего Краснодарского края. Фантастика. Горки, горки, овраги. Птицы поют. Лес шумит. Водопады рядом тоже. Ну, мы к ним не подходим. Возле водопадов там практически ничего нет. А вот здесь, по горкам, попадаются всякого рода грибы. А лопухи такие размеры попадаются выше человеческого роста. Представляете? Такая дикая природа, огромные папоротники, мох. Шикарно, конечно. Воздух здесь наисвежайший. Легкие можно выплюнуть, просто пока поднимаешься. Такая семейка, посмотрите. Папа, мама и сыночек. И все чистенькие. Вот красота, слушайте. Ой, класс. Обалдеть. Настя, посмотрите, что нашла. А в корзинке-то красота какая. Беляшей сколько. А здесь один, два, три и огроменный четвертый. Ну, забирай. Класс. Очень здорово. Вау, размерчики, конечно. Чистый. Ну да. Корзиночка пополняется. Шикарно. Ого. Срослись. Ага. Здорово. Как пирожки такие прям. Сочные, замечательные. Ну, эти покушанные немножко. Да, ну, чуть-чуть обрезают. Ну, мы разберемся с ними.
Не, ну чистый, не обрезай. Чистенький, прям совсем чуть-чуть точечек. И последний. Малышок толстоногий. Толстожопик. А тут вон. Ну еще. Да, ну не обрез. Но они уже засохли. Ну обрежь. Ой, нормальный. Можно. Здорово. Ой, классно. И у меня тоже уже прибавляется в корзиночке. Классно. Ну, вот так вот у меня тоже. Все, идем дальше. Да, ребят. Вот это сегодня у нас белогривный рай. Просто сказка. Я пока он сюда шла, уже нашла, по дороге спускалась, целую охапку белых, чистейших, кстати. Пока шла сюда, вон они все какие под пеньками прячутся, в земле, но шикарные. Вот смотрите, пока шла, 4 нашла, Настя уже пошла к машине, сейчас пойдем выгружаться, а здесь... 1, 2, 3 и 4 огромных. Просто волшебство какое-то. Вот это грибной рай. Я, наверное, прям так и назову это видео. Грибной рай для белых. Нам сегодня просто дико повезло, ребята, сюда приехать вовремя. Это просто шик. Да Подмосковье просто обзавидуется, слушайте. Класс. В прошлом году у нас такого ассортимента грибов не было. Ну и последний забираем. Самый такой взрослый под палочкой тут. Не знаю, какое будет качество. Огроменный. Представляете, он чистый. Представляете, только размокший. Вот единственный его минус — это то, что он размокший. А так, в целом, почему не взять? Хороший гриб, просто немножко влажный и староватый. А так, очень даже вполне хороший чистый гриб. Если разрезать, он будет чистым. Здорово. Вот такой вот у нас сегодня первый заход. И корзинка, прошу заметить, у меня не маленькая. Бедненькая, аж не выдержала сегодня. Раскрутилась. Надо дома будет чинить. Вот такие вот у нас, друзья, пироги. Все. Первый заход увенчан успехом. Несем это все в машину. Перегружаем и заходим обратно. Ох, какой красавец. Он не один. Тут еще его братья рядышком. Я их вижу несколько. Класс. Второй его братик. Вот третий. Какой здоровяк. Четвертый. Чуть побольше. 4. Пятый спрятался в плюще и был мною найден. 6 тоже не особо прятался. Не знаю, что с этими ребятами. Будем сейчас перебирать. Плоховат. Тоже. Ну, блин. Тут семейка, слушай, прям подпорченных. Прям белых плесень взялась. Вот эти придется оставить здесь. Вот он. Один. Еще из этой семейки. А тут еще рядом 2 шикарных дубовика на горе. И дубовики мы сегодня тоже собираем. Они в прекрасном чистом состоянии. Вот такая вот сегодня лесная сказка. Ух, мы на отвесной скале. Смотрите, на какой ползем. Дубовички. Красавчики. Классные. Ой, сейчас упаду. Все, берем. А вот здесь, ребята, смотрите, начинается настоящий клондайк. 1, 2, 3 я срезала. Идем дальше. Это не конец. 3, 4,
Пятый малыш. Дальше идем. Шесть. Здесь два маленьких. Семь, восемь. Представляете? Класс. Вот такие вот шикарные. И дальше идем. Или еще дальше. Это девятый. Вообще. Вот это классно. Супер. Сажусь резать. Все. На этом не останавливается полянка. Смотрите, здесь еще. И вон там он что-то красное. Ух ты. Настя тоже рубит там что-то на склоне. Ха-ха. Классные. Мне кажется, они здесь немножко как погибшие, что ли. Надо посмотреть на качество, порезать. Пойдемте, глянем, что-то красное торчит такое. А, мухомор серо-розовый уже распался. Вот это тут... Настя, ты нашла свой клондайк? Да. Молодец. И я штук 10, да. Сейчас еще найду. О, вот прошла, какой классный. Вообще, ребята, закачаешься. Я уже не фоткаю, я уже сегодня нафоткала этих грибов. Очень-очень много. Просто вот Настя говорит, пипец. Что, по склонам много, да? О, ну все. Настя, у тебя пакеты, пакеты-то есть у тебя? С собой? Один, это мало, у меня уже скоро закончится. Вот так вот, ребята. Вот так вот мы сегодня косим. О, тут он еще один маленький. Тоже надо. Все, отключаюсь. Сажусь рубить. Вот это класс. Просто восторг, ура! Ну вот, пока заползли на гору, таких вот грибов набрали. Считай, целый пакет, ребят. Это просто действительно грибной рай. Не побоюсь этого слова. Это действительно очень круто. Я за всю жизнь, наверное, первый раз вот так собираю столько грибов, что... Вот смотрите, немножко поднялась по горе. И вот уже у меня и белые, и дубовики, и все, что хочешь прямо здесь. Но я вот сижу и отсюда вижу еще белые грибы. Это просто класс. И вон там где-то Настя ходит. Жарко, гора, вообще невероятно. Вот видите, какая горка пологая такая. Вот прям не пологая, а крутая достаточно. И потом мы еще туда пойдем. Вот здесь вот этих грибов просто валом. Бери, не хочу, называется. Сейчас вот этот срежу и пойду вниз, там внизу еще с горы увидела, что я парочку пропустила. И вот такие вот они все. Аромат какой обалденный. Вот там, где-то внизу, я еще принесла. Да, еще пара. Да, не два, а три. Даже целых три. Вот они. Красавчики такие классные. О, не видно. Вот так вот. Еще один. Настя по низу уже пошла. Вот такие вот размерчики, смотрите. Класс, да? Вот это... размеры. Вот такое только здесь можно встретить. Вот такой вот беляк. Твердый. Надо резать хороший. Я думаю, наверняка. Да, он, смотрите, даже какой чистенький. Сейчас мы его вскроем, проверим. Тут он еще один. Ну, этот понятно, что чистенький. Вот этот мне интересно отрезать. Лень, чистяк. Видали? Староватый просто, взрослый. А этот наоборот, вот чуть сеточку. Ну чего? Ну вот так вот. Более-менее. А этот забираем, этот хороший. Смотрите, какую поляну обнаружила Настя. Ну это просто шик. Это, кстати, мое. А вон там вот дальше ее пакетики. Вот он, красавец. Ой, хорошенький. Ну, немножко погрызли. У меня немножко тоже такие попадались, но ничего. Это первый. Не забудь вот его за пакетика взять.
Это второй грибок. Ой, что-то он плохо так выкручивает. Значит, ой, он свежачок, ножка. Наверное. О, вот какая. О, нормально. Кидаешься прям ломтями. Ну, они ж земли. О, это третий, да? Это третий. Ой, отломался. Не выкрутился, отломался. Ой, он немножко вот такой вот. Ну-ка. А ну посмотри его в серединке. Не, он уже. Вот такой жаль, гриб, конечно, мы не возьмем. Ну, хорошо ничего. хорошо, у нас и так хватает хороших грибов. Вот еще один. Ой, веточка прибавлена. Сейчас мы его раскопаем. Аж отломался, да. Ну, он чистый. Нормальный, хороший. Прямо сразу обломался. Вот еще один. Вот это толянки, слушай, сегодня просто радует и глаз, и пакеты, это и корзинки. Просто сказочная страна. Я никогда в жизни не видела столько грибов. Я никогда грибов не собирала в одном столько месте. Белых грибов в одном месте, понимаешь? Вот настолько вот чистых, и хороших, и больших. И, в принципе, ассортимент сегодня мы уже о бабке не берем, дубовики еще подумаем, ну, так как обычно. Мы берем чисто беленькие. Ой, ну этот идеальный просто. Просто красавчик сказочный. О, чистяк. А, вместе Ну. с листиком отрывается. Вот так. Класс. Покажи свои богатства нам. Вот. Один пакет. Ну да. Вот мое ведерко. И ведро. Это ведерко почти полностью с одной полянки получилось. Ну, мы еще не останавливаемся, идем дальше. Мы идем дальше, время пошли. Еще есть. Да, пойдем. Вот какой он, смотрите. Какой шикарный. Вот как, ну вот как перестать снимать этих красавчиков? Мне прям жалко вам их не показывать. Я надеюсь, вы тоже вместе со мной испытываете то же, что и я при поиске вот таких вот сладеньких белясиков. И они тут, знаете, какие тут маленькие? Прям вот хорошенькие-хорошенькие. Не то что пузатики, а вот такие вот все красивые, красивенькие, маленькие, суперские. А этот паутинки сказочной травки, как в сказке, правда. Ну вот и закончился наш сегодняшний выход в лес. Как вы можете видеть, полнейшая корзинка у меня, полная белых частюль. Дальше пакет. Вот такие вот красавцы попались Насте уже при последнем заходе. Смотрите, какой толстоногий, гигантище просто, классный. Этот вообще, он супер гигант. Корзиночка еще одна. И ведро. Шикарные, конечно, все экземпляры. И дубовики, и абабки, которые мы почти не брали. Даже лиса сегодня попалась. Дубовички все чистенькие, красивенькие. И дубовик келе был. Ой, ну просто сегодня просто сказка. Мы сегодня побывали в грибном раю, да, Настюш? Ты в восторге? Это сказка. Да, это классно. Это вот как раньше была сказка, когда детки шли и собирали огромные такие вот грибы. И мы сегодня были в этой сказке. Да, настоящий рай белых грибов. Таких вот вкусных, сочных. Сочных белых грибочков. А вот какой гигант, да. Мне попался уже на выходе. Шикарный просто. Да. Так что мы в восторге. И на сегодня будем с вами прощаться. Пока. Всем пока. До новых встреч. У тебя волосы на лице. На видео или фото, посмотри. А, наверное, видео.